Новые силовые проверки промышленных предприятий Челябинска. Полицейские и министр экологии Сергей Лихачев нагрянули на завод «Технониколь». Идет выемка документов. Накануне в районе предприятия было зафиксировано превышение по формальдегиду. Сейчас выясняют, является ли «Технониколь» загрязнителем. На заводе делают материалы для утепления кровель промышленных и гражданских зданий. Напомню, что ранее завод поддержал закон об экологической совести. Все оборудование было заменено на дорогостоящие установки, чтобы меньше загрязнять воздух. Сейчас специалисты выясняют, превысил ли завод предельно допустимые нормы. Нарушение было зафиксировано 21 июля в период НМУ. Сегодня специалисты снова приехали в район завода «Технониколь», чтобы сделать замеры на границе двух зон. Промышленный и жилой. Согласно регламенту Министерства экологии и государственному приказу, существуют определенные точки, где у нас проводятся замеры. Замеры происходят под факелами дымящих предприятий, на границе защитно-санитарных зон, в жилых массивах города Челябинска. Могут появиться новые загрязнители, последуют новые проверки. В Челябинске до конца недели объявлен режим НМУ из-за почти стоящей 2 недели жаркой погоды. Дорожная лаборатория по замеру воздуха перешла на усиленный режим работы. На замеры выезжают даже ночью. Мы работаем в рамках губернаторского поручения выполнения указа президента Российской Федерации 2004-го. Поэтому мы будем работали и будем работать на улучшение состояния атмосферы города Челябинска. Все данные о нарушениях норм загрязнения атмосферного воздуха передают в Росприроднадзор. Он их анализирует и обращается в прокуратуру. Нерадивых промышленников наказывают большими штрафами. Напомню, предыдущие силовые проверки предприятий проводились в начале июня. После них горожане стали отмечать, что воздух стал чище, а промышленники заявили, что готовы вкладывать средства в экологические программы.